Так вот, следующее произведение, оно тоже такое, состоит из двух произведений. Я даже до сих пор не могу, как их назвать. «Северный ветер», вот моя версия «Северный ветер» и «Чертополох». А это вообще «Южный ветер». Просто Серёжа, он с другой стороны дует. Так, ясно. Ага. Ну вот, собственно, сейчас вы эту пьесу услышите, и у вас будет своя версия этого названия этого произведения. Thank you.
Спасибо.